Всем привет! Сегодня мы посмотрим на миниатюрный гексокоптер от компании NGX. Он очень компактный, поместится в любой карман и предназначен для полета в помещении или же на улице в очень хорошую безветренную погоду. Давайте посмотрим, что у нас в коробке. И первое, что мы находим, это коптер. Изготовлен он из очень качественных, приятных на ощупь материалов. Ширина квадрокоптера составляет 76 мм, высота 22 мм. Весит он 22 грамма, диаметр пропеллера 30 мм. Аккумулятор здесь находится внутри корпуса, и достать его будет сложно. Придется раскручивать корпус. Здесь используется однобаночный литий-полимерный аккумулятор на 180 мАч. Его хватает на 5-7 минут полета, и полная зарядка происходит за 30 минут. Здесь установлен суперстабильный 6-осевой гироскоп. Коптер умеет делать флипы, и есть 3 режима расходов. Также в коробке у нас есть комплект запасных пропеллеров, передатчик, инструкция и зарядное устройство. Инструкция у нас на английском языке. Для питания передатчик использует две батарейки типа 3А. Давайте включим коптер. Очень яркие светодиоды. Спереди два красных, остальные синие. Чтобы соединить коптер и передатчик, нужно ручку газа подвинуть вверх до конца и опустить вниз. Передатчик маленький, компактный. Здесь у нас кнопка включения-выключения, триммеры трех каналов. Правый стик у нас не нажимается, левый стик нажимается. С его помощью мы переключаемся между режимами расходов. У нас есть три режима: низкий, средний и высокий. После того, как мы переходим на высокие расходы, то есть три раза нажимаем ручку газа, с помощью правой ручки мы можем делать флипы, передвигая ее в нужном нам направлении больше, чем на 95%. В общем, все очень просто. Давайте попробуем полететь. Сейчас находимся на низких расходах. Переключаемся на средний уровень расходов. Коптер стал шустрее. Переходим на высокие расходы, и здесь нужно быть осторожным, потому что мы можем делать флипы.
Флипы квадрокоптер делает нормально, есть небольшие просадки после флипа, но ничего страшного. Сейчас у нас уже загорелась эта индикация, которая сообщает нам о том, что аккумулятор разряжен. Ну что, коптер получился довольно-таки интересным, отлично подходит для забав в закрытых помещениях. Он отлично выглядит за счет своей гексакоптерности и смотрится необычно на фоне своих квадрокоптерных собратьев. Если у вас возникло желание приобрести данный коптер, ссылка будет в описании под видео. А на сегодня все. Не забываем подписываться, ставить лайки и до встречи в следующих видео.